Здравствуйте, товарищи. Я Георгий Георгиевич Костанти, 54 года, Санкт-Петербург, сопредседатель общественной организации «Санкт-Петербург за экологию Балтики». Узнал про Эко-Софию из письма. Мой уровень экологической грамотности экспертный. Что для меня значит экологичный образ жизни и почему вы считаете важным развиваться в этом направлении? У советских людей практически у всех был экологичный образ жизни. Был селективный сбор мусора. На каждом этаже были контейнеры с пищевыми отходами недалеко от мусоропровода. Был сбор макулатуры, металлолома. Хорошо бы вернули социализм. И не нужно было бы обучаться у Запада экологической грамотности, потому что мы и так все знали об экологии и жили, вели экологический образ жизни. Какие ожидания от проекта? Повышение экспертного уровня экологического образа жизни экологического. Какую номинацию вы выбрали и почему? Государственная стратегия формирования экологической культуры населения. Выбирайте свое направление обучения. Вот выбрал третий пункт, потому что первый и второй пункт мне не интересны. Выбрал третий. Какие эко-привычки у вас уже есть и каких результатов в экологическом образе жизни вы хотите достичь вместе с нами? Я жил в Советском Союзе. Экологический образ жизни был нормальным, нормой для советских людей. Потом вдруг мы стали учиться у скандинавов. Непонятно с какого недосыпу. Верните социализм, и я буду полностью удовлетворен. И буду продолжать вести экологический образ жизни, как вел. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.